Алтай. Сердце Сибири. Благодатный край с мягким климатом. Край тысяч озер, малых и больших рек. Здесь берет начало одна из самых протяженных водных артерий мира – река Обь. Здесь в 80-е годы прошлого века появился Барнаульский грибной канал, вырастивший целую плеяду спортсменов-грибцов. В 2018 году он принял первое крупное международное соревнование – Кубок чемпионов. С 20 по 23 мая 2021 года Барнаул встретит этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он же станет финальным квалификационным турниром для отбора на Токийскую Олимпиаду 2021 года. Для нас большая честь принимать международные соревнования такого высокого уровня и встречать атлетов из разных стран и континентов. В течение нескольких лет мы готовились к этому событию, делали все возможное, чтобы спортсмены могли выдержать трудную борьбу и при этом чувствовали себя как дома. Барнаульский грибной канал – уникальный по всем параметрам объект, идеально подходящий для грибного спорта. Благодаря глубине канала возникает чувство легкости, отсюда именно вот этот легкий грибок, который всегда всем желают перед стартом. И благодаря этому спортсмен проходит дистанцию в удовольствие. Гости Кубка – мировая элита грибного спорта. Организаторы обеспечили комфортные условия для тренировок и проживания спортсменов, а также насыщенную культурную и развлекательную программы для зрителей Кубка. Барнаульский грибной канал – объект олимпийского уровня. Оснащен обводным каналом с мостовым переходом. Дистанция оборудована современными стартовыми ловушками и немецкой системой хронометража. Спортивная база способна принять и разместить всех участников и обеспечивающий персонал – около 800 человек. Зрителям отведены трибуны на 3000 мест. Организованы подъездные пути, парковки, а также отдельный железнодорожный перрон. У нас вокруг мы наблюдаем естественную природу, значит, деревья, лес, трава. И в то же время та необходимая инфраструктура, соответствующая вот для того, чтобы проводить чемпионаты мирового уровня по гребле, она существует. Проведение этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле – это большой шаг для популяризации и развития грибного спорта в Сибири, в России. Природа и энергия Алтайского края подарят новых чемпионов, новые достижения, новые победы. Увидимся на Барнаульском грибном канале.